Всем, друзья, здравствуйте! И все тем, кто к нам случайно зашел на канал. Хочу передать привет одной женщине. Значит, вчера была такая ситуация. Мы с Михалычем пошли в магазин вечером. И обратно идем, и возле нашего двора стоит большая машина. Мы такие: о, кто к нам приехал, машина незнакомая, ничего не знаем. Значит, там мужчина, и он говорит: здрасте. А Михалыч сразу говорит: это к тебе. Я говорю: в смысле, я не знаю этого дяденьку. Он говорит: ну, а сам побежал на совещание быстрее. У него там планерка была вечерняя. И я остановилась, поздоровались, все. И он мне говорит: моя мама с вами, вас где-то смотрит ВКонтакте или что, он что-то такое сказал. Я говорю: что, что? Говорю: ваша мама в каком ВКонтакте? Она... А он говорит: ну, не знаю где, ну, в общем, она вас знает. И вот она меня к вам отправила. Ну и показывает мне фотографию курочки-минорки. И говорит: у меня вот курочка вот такая, минорка, мне надо петуха. Я говорю: и у меня нет петуха. Он говорит: а где взять? Ну и вот я ему дала адрес в Первореченское, куда мы ездим, к Денису. Курочек покупаем. Сказала, что у него качественная птица, хорошая птица. И, в общем, он поблагодарил, и все. И я вот я всегда теряюсь, когда вот наши зрители, подписчики со мной встречаются, говорят, что смотрят нас, я почему-то тушуюсь, я не знаю, вот, ну, вот так, когда неожиданно, да? То есть я не готова была. И я растерялась, и даже привет не передала теще. Так что, милая теща, я не знаю, как вас зовут, я не спросила даже у него. Вам большой-большой привет, что смотрите нас. Я так понимаю, вы в нашей станице живете, или мы в вашей станице живем. Все, вот так, друзья, бывают такие вот ситуации у нас. Ладно, я иду в Межрегионгаз. Ну что, друзья, Межрегионгаз сработал на ура. Ровно месяц. И документы готовы. Все, вот тут они нас порадовали прям очень сильно. Документы готовы, но мне их не отдают, потому что собственник Михалыч. И поэтому завтра с ним приедем, заберем. И увезем опять туда, в газовую контору. Там дальше не знаю уже. Будем спрашивать, что дальше делать. Так, а я иду на автовокзал, на автостанцию и еду домой. Стоечкой пошли на речку. Вот в этой стороне мы не были полгода в нашей станице. Как-то пришли туда, а там индоутки плавают. И я Таику не отпускала там гулять. Сейчас посмотрим, есть там утки или нет. Ой, ну тут прям совсем хорошую площадку сделали, прорезиненную. Покрытие, все как положено. Тут на нас все время собаки лаяли. Ой, даже дорогу засыпали. Слушайте, ну чудеса чудесатые. Мы последний раз тут были, по-моему, в ноябре месяце 23-го года. Да. Октябрь, либо ноябрь, что-то такое. Тут еще женщина что-то копала в огороде. Здесь вот за кустами у нее участочек. Тыкву, что ли, собирала, или кабачки. Редко сюда ходим. Ну вот, пойдем. Прогуляемся. О, вот это крот порылся. Тут река, но она, видите, какая, камыши. Ой, цветы. Тыка, и птички поют. Смотрите, какие-то дикие, они тяну глазки, да? Красивые такие фиолетовые. Ой, ну дорогу прям сделали, молодцы. Я помню, тут с ребятишками на велике же ехали. Совсем не могли проехать. Вот мы к речке подошли. Слушайте, а тут камыш весь по... покосили. Прям речка такая открылась. Тоже все камышом было. Но утки, да, плавают. Эйка, опять тебя не отпустить. Ты же охотиться пойдешь. Она рвется уже, чует реку. Уточки дикие плавают. Сейчас, Эйка, сейчас до речки дойдем. Тут тоже газ проводят, вижу. Хоп-хоп. Ой, тут хорошо.
Ой, как тут замечательно. Феечка. Куда мы слышим? Ой, она прям, смотрите, тащит меня, прям тащит. Сейчас еще... Это она еще уток не увидела. Ну что, купаться, что ли, пойдешь? Холодная вода. Пошла вода. Вон они утки плавают. Одна, другая. Тейка их еще не видит. Полезла ведь в воду. Холодно же, Тея. Моржиха моя. Такая тут зона отдыха. Вон они, ути-ути. Бля, мокрая вышла. Тут хорошо, не мусорят. Ну, вон, видите, мешок для мусора висит. Так, кого-то она там почуяла. Ой, там какие-то звуки страшные. Непонятно, что это. А, машина-то кривет. Все, накупалась. Ну тут грязно, тут не пойдем. А вот смотри, еще уточка плывет. Вот они, дикие уточки тут. Нырок, по-моему, называется. Такие с белым носиком. Хорошо тут. Ой. Кто ты? Кто там? Вот она как кричит. Кто там? Вон она, утя-утя плывет. Кто там? Ты, кто там? Кто там? Ой, сколько звуков тут. Все. Пойдем домой. Ой. Мы тут мимо новостроек прошли. Здесь был участок пустой. И вот 4 дома подряд построили. И вон там, на той улице, ближе к речке, где мы гуляли, там тоже 4 или 5 домов на одном участке построили. Но вот мы полгода там не были. И получается, за зиму построили. Вообще, я так понимаю, что у нас все заброшенные участки застроились уже. Тейка мокрая идет. Кстати, весь день такой ледяной ветер был. Он не сильный, но ледяной. А сейчас вечером тихо-тихо стало. Даже капюшон сняла. Ой, Тейка меня тащит. Вот где энергии-то, а. Тея, тебе сколько килограмм? Килограмм 7, наверное, 6. И я. Такой вес тащишь. Что-то там впереди какое-то болото. Пройдем, не пройдем. Тут все время собаки бегают на окраине. Всегда, когда гуляем, нас тут сопровождают всякие. Выбегают из подворотни. Ладно, не ругайся, мы к тебе не идем. Да, вот участок остался незастроенный. Таких участков у нас было очень много в станице. И все, теперь все застроили. Именно вот таких заросших, брошенных. Я не знаю, это участок или что это. Или просто окраина улицы. Понятно, тут помойка, свалка. Ой, ой, сколько тут всего. Тейка, ты ничего тут лишнего не нюхай. Давай. Вот по грязи где-то надо идти, а. Вот мы сюда. Да, вот тут даже 2 участка. Вот раз и 2. Летом тут хорошо. Ну, если бы не мусор, опять же. Народ же у нас добрый. Все валит, все, что ни попадя. Все, идем в сторону дома. Такой кружочек сделали, 2 километра. И теперь обратно идем. Слушайте, что я вижу.
целую улицу выстроили домов. Тут старые дома стояли обычные. Вот это да. Тут два, что ли, дома стояло на больших участках. Или один дом был. Раз, два, три, четыре, пять. Пять домов. Вот это да. Вот это у нас застройщик скупил участки. Так скупил. Ну вот полгода точно тут не было. Осенью гуляли. А тут уже вон и чего. Фундаменты стоят. Ой. Тейка меня запутывает. Вокруг меня бежит. Вот это да. Вот это мощь застройщика. Ну, участки, конечно, маленькие. Суток. Ну, сколько? Пять, наверное. Да. Как только нашу страницу стали газифицировать, все сразу. Все участки прибрали к рукам. Ты, ну не вертись, да? Иди нормально. И скрутилась. Рядом. Рядом. Ну, скажешь ей рядом, она идет. Не скажешь, значит, будет бултыхаться во все стороны. Ну вот еще участок есть, заросший акациями. И вот тоже участок заросший, но они так и были. Ну, через полгода еще пройдем, еще застроят. Все. Это мы раньше, когда дома ездили, искали, все удивлялись, почему в нашей странице нет новостроек. Вот вообще не было. Все старое было, старые дома частные. А тут сейчас бум такой. Ой, ты какой щеночек бежит. Масенький. Ты это таких не видела. Ты маленький такой. Ой, ты поиграть хочешь, да? Поиграть. Ой, ой, ой. Ой, красавчик такой. Ой, ты. Мосечка. Маленький такой. Рассел-терьер, наверное. Ты, не пугай его. Пойдем. Малепусенький такой. Пойдем. Хотя там еще один бегает. Или это мамка его. Все, пойдем. Пойдем дальше. И тут новостройка. Ну тут-то участок, ого-го. Да, не узнаю, Станица. Мне надо почаще на велосипеде подальше ездить. И буду в курсе всех событий. Но это кто-то просто частный застройщик. В смысле частный. Частное лицо строится. Большой участок. Один дом на нем. Вот такая наша прогулочка по нашей станице, друзья. Я уже дома. Достала коробку, которую вчера Михалыч купил. И хочу испечь такой маковый рулет. Ну вот попробую, да? Из полуфабрикатов. Какие тут полуфабрикаты? Мука, скорее всего, с сахаром, да? Уже дрожжи и мак. Даже, наверное, без сахара. Так. Набор для выпечки. Смесь для выпечки, дрожжи и мак для начинки. Так, вода нужна, сливочное масло, яйцо. Это для теста. Для начинки молоко, сахар и сливочное масло. Не могли сахар сюда насыпать, да? Ну ладно, попробую. Я уже третий день ем все самое вредное, все, что мягкое. Вот макароны по-флотски и сыр
потому что другое у меня десна не воспринимают. И вот, насколько я помню, каждый год в феврале месяце у меня всегда такая катавасия с деснами. Какой-то авитаминоз или что это, я не знаю. Тесто я поставила, оно у меня хорошо так устоялось, а рулет с маком делать не буду, а сделаю просто булочки с изюмом. Потому что мне мак сейчас точно не нужен для десен. Тесто вот разделила на сочни. И сейчас буду раскатывать. И вот запаренный изюм. Кое-как изюм нашли с Михалычем. Три магазина объехали, купили. Вот такие булочки я напекла. Очень пышные. Вот такие. Высокие получились. Прям тесто хорошее. То есть смесь вот в этом наборе очень хорошая. Единственное, что вот я мак на следующий раз приберегла. В следующий раз сделаю маковый рулет. Как немножко десна подлечу. Сейчас Михалыч прибежит, унюхает. Время 7:30 вечера. Прибежит, скажет, давай с молоком. Будем кушать. Друзья, у меня сегодня будет короткое видео. Я все равно его выложу. Вот то, что сегодня за день отсняла, я вам выложу. Кстати, цветы я посеяла, но не показывала. Стоят. Зайдут, куда покажу. Все, пока-пока. Буду монтировать и выкладывать. Спасибо за просмотры. И всего вам самого-самого наилучшего.